Oh!
Слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Уж ничто, ничего грядущих годин. Сердце жизни внизу уж давно звучал. А зачем, а зачем? Я тебе ничего. Ничего. Один из последних романсов Чайковского, который был написан буквально перед смертью, и сейчас прозвучит финальный его романс «Треть мрачных дней», тот же опус 73, та же поэзия Радгауза и Петр Ильич Чайковский. На сцене Анатолий Бондарец. Мрачных дней.
Oh, yeah.
мои песни проплыли домой рыбаки. Солнце луч золотой за рекой догорал, и тебе я тогда ничего не сказал. Загремела вдали, надвигалась гроза, по ресницам твоим покатилась слеза. Тебе летят мечты, Катарина.
Yeah.